Солнечная красота. В большом выставочном зале Дома художника открылся летний вернисаж. Традиционно отчетная выставка собрала лучшие работы ивановских художников за минувшие полгода. Мы поняли, что художник стал работать лучше, внимательнее, четче, как бы душевней, что ли, вот так вот, относиться к самой выставке. Если раньше мы видели на аналогичных выставках больше этюды, то здесь уже видим картины, проработанные картины. Здесь можно увидеть и работы опытных, известных художников, и полотна совсем молодых, но от этого не менее талантливых мастеров. Выставка получилась очень разнообразной, как по стилям, так и по жанрам. Акварельные пейзажи и масляные натюрморты соседствуют с графическими зарисовками и портретами. Каждый художник может себя сравнить, потому что в мастерской работаешь или дома, ну непонятно, какой твой уровень. А тут в сравнении с более зрелыми художниками, с коллегами, со своими сверстниками уже можно реально посмотреть, ну как ты вообще, ты вписываешься вообще вот, в это поле художественное и как? То есть тут сразу все видно становится. Да даже вот и мы тоже, я вот, например, работы выношу из мастерской сюда в зал посмотреть перед выставкой, потому что здесь только видно, как вообще там ошибки все, недочеты. Почти у каждой картины посетитель выставки замирает на несколько секунд. От одних работ захватывает дух, над другими хочется поразмышлять. Например, полотна кисти молодой художницы Анастасии Соловьевой заметно выделяются на общем фоне. Эти работы получились довольно-таки спонтанно. Были листы ДВП, испачканы в краске от предыдущих работ. И я на них посмотрела, увидела на них уже готовый сюжет, добавила пару мазков, пятен, и получились полные работы. Каждая картина здесь найдет своего зрителя. Посетить летний вернисаж смогут все желающие. Выставка работает до 23 июля. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.